все идет тоже. Дорогие коллеги, сегодня с вами встретились для проведения психологической работы. Поэтому я вас попрошу сесть максимально для вас удобно, чтобы ноги касались пола. Руки вы можете разместить вдоль своего тела. Пожалуйста, постарайтесь соседям своим по правую левую руку не мешать. Внимательно прошу слушать мою инструкцию и получить удовольствие от проводимой работы. Закройте глаза, не двигайтесь, слушайте мой голос или можете совсем его не слушать. Но мои слова все равно найдут дорогу ваше подсознание и вызовут все то, о чем я буду говорить. Не сопротивляйтесь. Чем более глубокого состояния измененного сознания вы достигнете, тем более действенным будет эффект. Тишина. Ваше внимание все равно концентрируется на звуках моего голоса, даже если вы этого не хотите. Вы словно плывете по течению моего голоса. Все посторонние звуки, кроме моего голоса, проходят мимо вашего сознания. Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется ритмично, разгоняя кровь по всему организму. Уходит, рассеивается. Совсем его не слушать.
все дела и проблемы. Звучит приятная музыка, и каждый ее звук будет действовать усыпляюще. Спите, отдыхайте, набирайтесь сил. Дыхание ровное, становится более замедленным. Сердце бьется ритмично, разгоняя кровь по всему организму. С каждым ударом сердца сон становится все глубже и глубже. Расслабляются мышцы лица и головы. Уходит тонус из мышц, вытекает сила. Разглаживаются все складочки на лице. Лицо гладкое, словно маска. Расслабляются мышцы рта, нижняя челюсть. Постепенно слабость нарастает и распространяется на мышцы шеи. Голова медленно опускается на грудь. Постепенно слабость нарастает. Чувство безмятежного покоя и расслабления охватывает все ваше тело. Вы отдыхаете и расслабляетесь. Слабеют мышцы рук, вытекает сила из мышц рук, как из проколотого воздушного шара. Каждым вздохом слабость нарастает глубже и глубже. Погружаетесь в этот особый сон, в котором много возможно. Слабеют мышцы туловища, кроме мышц ответственных дыхание и сердце, которые продолжают работать в своем режиме. Все больше расслабляются мышцы спины, грудной клетки, живота. Вытекает сила из них. Слабеют мышцы ног, становятся ватными. Уходит тонус из мышц ног. Мышцы вялые, совершенно расслаблены, словно кисель. Все мышцы вашего тела полностью расслабились. И теперь кисти ваших рук словно опущены в теплую воду. И я начинаю поливать туда понемногу горячий
начинают гореть. Приятное чувство тепла начинает постепенно подниматься все выше и выше. Постепенно приятная теплая волна разливается на мышцы шеи и лица, согревая их. Теплые волны от ваших кистей распространяются на все, поднимаясь на шею, лицо, затем захватывают туловище и доходят по бедрам и голеням до самых ступней. По всему телу начинают циркулировать теплые волны, наполняя энергией каждую клетку вашего организма, унося усталость и раздражительность. Все ваше тело отдыхает. Чувство усталости покидает тело. Вы расслабляетесь и отдыхаете. Отдыхайте и расслабляйтесь. А теперь представьте себе звездное небо. Множество ярких и не очень ярких звезд разбросаны по всему небосводу. Но это не звезды. Это нервные клетки вашего головного мозга. И в самом его центре некоторые из них становятся хуже остальных. Это потому, что они потеряли часть энергии во время повышенных нагрузок, испытываемых вами. Именно поэтому происходит временное ухудшение вашего самочувствия и нарушения сна. Но сейчас произойдет подзарядка этих клеток. Как аккумулятор заряжается электричеством, как и ваши нервные клетки получат и будут удерживать дополнительную энергию. Я даю вам новый внешний источник от зарядки. Вы с моей помощью подключаетесь к этому источнику, и ваши клетки начинают получать дополнительную энергию. Как вы разгоняете все больше и больше, пока не достигнут состояния, в каком они находились в самые лучшие моменты вашей жизни. Ярче, ярче становится звездное небо. Больше, больше энергии получают ваши нервные клетки. Даже непродолжительный сон будет
включать этот механизм подзарядки, поэтому вы будете становиться с каждым днем все более спокойным и уравновешенным. На агрессию со стороны окружающих вы будете при необходимости реагировать астенически, то есть сможете постоять за себя и симпатичных вам людей. У вас хватит на это энергии. Постепенно нормализуются все нервные процессы, уменьшаются все неприятные проявления, возникшие у вас в последнее время. Вы продолжаете находиться в этом особом состоянии сознания. Отдыхайте и набирайтесь сил и энергии. И пока вы отдыхаете, все то, о чем я с вами говорила, проявится и закрепится у вас в подсознании, как на фотографической пленке. Через несколько минут я досчитаю до 7, и вы постепенно, словно по ступенькам, перейдете из этого состояния на новый, более оптимальный уровень функционирования вашего организма, в котором будет реализовано все то, о чем я говорила. И пока я буду считать до 7, пока вы словно по ступенькам будете подниматься на этот новый уровень, вокруг вас появится и станет максимально прочной, невидимой обычному глазу оболочку психологической защиты, способная защитить вас от любых посягательств на вашу личность. И наоборот, любая угроза вашей личности будет передавать вам дополнительную энергию для борьбы с ней. Сейчас отдыхайте, набирайтесь сил. Thank you.
пошел. Я думаю, наших операторов мы попросим сейчас отключить телефоны. И вы, пожалуйста, остальные пока не вставайте. Вставать резко нельзя.